Дайте в руки мне полено, и я раскрою все его секреты. Те, у кого есть печь, должны знать тайны каждого вида дерева. Вот это липа. Она целебна для дыхания. Поэтому липой лучше всего топить баню. Это осиновый чурбак. От него мало жара, зато и сажи не будет в дымоходе. Еловые дрова тонизируют. Вот это полено будет весело трещать и постреливать угольками. Зато и жар даст такой, что мало не покажется. Ну, а это береза. По-моему, лучшее печное топливо. Пахнет деревенским домом и горит ровным пламенем без искр. Печка – сердце русского дома, его сокровище. Она греет, сушит, лечит, парит, варит, жарит, томит, запекает. Печь, она сама по себе, это центр как бы дома, это очаг, это тепло. Печка – моя первая помощница. Столько времени она мне сохраняет. Каждый хочет, конечно, иметь у себя в доме печь-барыню. Раньше ставили печь справа от входа. Расположенный рядом с ней угол избы – кут был женским рабочим местом. Там же женщины отдыхали в перерывах между делами и заботами. А мужчины в бабий кут даже не заглядывали. Печи бывают разного назначения. То есть бывают печи отопительные, бывают печи отопительно-варочные, русские потешные печи и банные печи бывают. Вот. То есть в зависимости от назначения печи люди уже все выбирают, как, что им нужно. Каждая печь – произведение индивидуальное, которое зависит не только от правил кладки, но и от личности своих создателей. Люди заметили, если хозяевам повезло с печником, в доме достаток. Не случайно печников почитали в народе не меньше, чем священников. Мы не берем в наше дело людей, кто вот перезло или кого нервничает, или выпивает даже. Обязательно в печном деле нашем должен быть добрый мастер с добрым сердцем. Потому что у него и руки будут добрые, и он перекладывает свою, можно сказать, энергетику, там, душу вкладывает в печь. И она, исходя из этого, будет хорошо работать. Перед тем, как приступить к работе, печники идут в церковь или приглашают священника к себе. Начинаем, наверное, с благословения и просим: «Господи, благослови меня на дело сие». Сложить печь – настоящее искусство. Необходимо, чтобы она получилась неугарной, жаркой, функциональной, чтобы тепло не улетало в трубу, не жадной, чтобы не потребляла много дров, не капризной и, наконец, красивой, как говорили в старину, осанистой. Добросовестный печник сродни хорошему врачу-диагносту. Чтобы понять, годится кирпич для кладки или нет, он вначале смотрит кирпич со всех сторон. Потом постучит своим молоточком. И так все 750 кирпичей. А иногда и 3000. Именно столько нужно для того, чтобы положить печь. Вот такой звонкий и чистый звук говорит о том, что этот кирпич экзамен выдержал. Слышите? Глухой звук. Этот кирпич для печи не годится. Кирпичи должны быть хорошо обожженными, плотными, без трещин и сколов. Раньше при кладке печи мастер откалывал с кирпича лишнее при помощи кирки. Современный кирпич сделан по другой технологии. Он от ударов может расколоться. Его обрезают алмазным резцом на станке. С
Сейчас очень тяжело найти материал хороший для печи, потому что раньше для строительства печей брали кирпич, сделанный из пластичной глины. Прежде чем изготовить кирпич, глину заквашивали, квасили. За год, минимум 3 месяца, шло раскисание глины. И когда уже глина была расквашена, раскисшая, делали пластичную формовку кирпича. В старину печники в полном смысле слова не жалели рук. Пропуская сквозь пальцы глину, выбирали камни, а некоторые прямо руками и раствор намазывали на кирпичи. Чем отличается печник и каменщик? Каменщику смотрит снаружи, чтобы был шов красивый, а печник смотрит внутри, чтобы гладко было, чтобы все дымообороты. Он больше обращает внимание на внутреннюю часть печи, нежели на наружную. Каждый печник раствор делает для себя. Тут правил нет. Гуще раствор или он жидкий раствор. Руками делали в сложных местах, где мастерком не залезешь в дымооборотах. Делали руками. Если мы кирпичик положим, вот она должна, глина вот вылезти со всех сторон. Вот вы видите. Если печку кому-то сложили, нужно ее не торопиться топить, первое. Да. Вот. И нужно потихоньку, чтобы она просохла, высохла, да, потом потихонечку ее растапливать. Дровами надо топить ее обязательно сухим. Категорически нельзя топить много сразу. Приезжает человек там зимой там, или когда-то, он начинает много-много топить. Она может лопнуть, треснуть. Печка, она все-таки живой. Она живет, она вот из кирпичей сделана, из глины, то есть она живая. Она расширяется, там уменьшается, то есть она как бы живет. Порой даже хорошая печь начинает дымить. И тогда, чтобы добиться устойчивой тяги, ее нужно прочистить от золы и прожечь сухими щепками. Для большинства из нас в этом графинчике продукт на выброс – печная зола. А когда-то давным-давно печной золой лечились. Посмотрим в старинном лечебнике. Вот. Здесь золу рекомендуют от ушибов, глазных болезней, крапивницы, ссадин, ревматизма, боли в ногах. Чтобы добиться максимального эффекта, деревенские люди собирали печную золу с 3 печей и произносили наговор. С 3 печей зола здоровье дала. В особо сложных случаях золу собирали с 7 печей. А я еще слышал, что печная зола, настоянная на воде, хорошо утоляет жажду. Ей же надо еще настояться. Ждем. Раньше, если кто-то ссорился, говорили «тише, печь в избе». Рядом с ней не нарушали тишину. Дурным знаком считалось грубое слово в сторону печки. За это дети, независимо от возраста, получали подзатыльники. А если печь старая, к ней относились еще большим уважением. Нашей печке в этом году исполняется 100 лет. На этой печке спала и бабушка, и прабабушка. В общем, вся династия Пантелькиных. В этом году супруги Пантелькины решили привести в порядок свою столетнюю печь. Всем миром превратить ее в печку-барыню. Мы осветили и дом, и печку в этом году. Так что у нас все как положено. Батюшка приходил, все делал как по-церковному. Чистить, белить и разрисовывать печь Пантелькиным помогали соседи и дачники. Даже поспать можно, приготовить и первое, и второе, и пироги печь, и блины печь. Ну, все можно на этой печке делать. Между прочим, есть исторические свидетельства, что женщины, которые спали на печи, имели хорошее здоровье и гордую стать, легко рожали и до старости нравились мужчинам. О таких женщинах говорили «кровь с молоком». Такой печки, как у нас, нету. Мы будем ее подремонтировать, и она у нас будет все время служить и нашим детям, внукам, даже и правнукам. Слово «изба» произошло от древнего «истба» – «истопка».
Недаром русская пословица говорит: «Догадлив крестьянин, на печи избу поставил». Здесь у нас собрана печная утварь. Еду готовили вот в таких горшках и чугунках. Видите, снизу она уже, чем вверху. Именно ее обкладывали углями до быстрого нагрева. Помешивали угольки вот такой вот кочергой. А ухватом доставали из печи, ай, горячую посуду. Еще у печки должна быть деревянная лопата. Такой в русских сказках Баба-Яга засовывает в печь заблудившихся детей. А в реальной жизни это садник. Им достают из печи горячий плодовый хлеб. Хотите? Еда из печи намного вкуснее. Кто хоть однажды попробовал, никогда не забудет ее вкуса. В печке не перегорает ничего, потому что вот тепло, оно со всех сторон. И сверху, и снизу, и сбоку. Когда вечером натопишь печку, все порежешь, поставишь, с утра достаешь чугуночек, а там вот щи уже готовы. Ничего не переваривается. Все вот, все ровненько, как надо. И мяско, и картошечка, и морковочка. Яички прям получаются такие вот, прям вот как печененькие такие вот, томлененькие, коричневенькие. А молочко получается с пеночкой настоящей. Такой вот зажаристой пеночкой вкусной. А детишки хлеб любят. Делаю на закваске хлеб ржаной. Муж любит супчик. Он супчик может есть и с утра, и в обед, и вечером. От одного только слова «печка» становится тепло. Хочется на ней отоспаться, набраться сил. Она примет и болезнь, и усталость, и житейские проблемы. У бабушки моя печка была большая. Там лежанка большая была. Там человек 5 умещались поперек. И внутри она повыше была и пошире. И там детей мыли. Сейчас-то у нас условия есть для мытья. А там детей прям туда всех поставили по очереди. И мыли из ушаточек, поливали. А рядом с печкой палате, где там все сушилось. И валенки сушили, и телогрейки зимой. С печкой связано много поверий, обычаев. Ей всегда приписывали магические свойства. По деревенской примете, чтобы в доме не угасало счастье, огонь в печи поддерживали постоянно, даже ночью. Горячие угли не отдавали в другую избу. Считалось, что вместе с печным огнем семью может покинуть достаток. Мы, можно сказать, выросли на этой печке. В сильные морозы такие, когда все кругом трещали, все заборы, вот эти дома. Мы вот все туда на печку, занавеску отдергивали и все смотрели. Делается, что там взрослые там едят, кушают, там пьют. Каждый год к Пасхе печку приводим как бы в порядок. Водоэмульсионкой красим, бережем свою печь. Печное ремесло требует знаний, квалификации, навыка. А вот возраст для печника значения не имеет. Ему может быть как 20 лет, так и 70. И учиться этому никогда не поздно. В печники приходят очень многие, очень неожиданно. Мы были недавно на одном семинаре вместе. И вот там печником оказался дирижер военного оркестра, как он представился. Вот он влез в эту глину, говорит, я до сих пор из нее руки не могу я вытащить. Из этой глины затянуло, засосало. Печка всегда была центром хозяйского дома. А с 16 века она стала украшением. На ней появились узорные изразцы. У меня в руках два изразца. Один универсальный, а другой предназначен только для облицовки печи. На вид они абсолютно одинаковы. Но на печном изразце с тыльной стороны вот такая вот выпуклая рамка. Мастера-печники называют ее румпой. И предназначена она для того, чтобы крепить изразец к кирпичной кладке. Попробуем изготовить такой изразец. Гипсовая форма и гончарная глина. Заполняем глиной все неровности, углубления, так, чтобы не было пустот. Угу. Ну вот, форму заполнили. Теперь сделаем румпу. После того, как румпа будет сделана, заготовка должна будет немного подсохнуть на солнце, а потом
можем смело отправлять ее в печь. Правильно я говорю? Во время реставрации палат купцов Сверчковых, где сегодня находится Государственный российский дом народного творчества, рабочие нашли старинные печные изразцы. Зеленые муравленые, трехцветные рельефные, кобальтовые живописные и даже первые русские печные изразцы. Красный терракотовый изразец с очень пористой структурой, не покрытый никакими глазурями, это такие вот изразцы делали как раз московские мастера в XVI веке. 13 лет назад по инициативе настоятеля Андреевского монастыря отца Бориса создана мастерская керамики. Ее первым большим делом было восстановление уникального декора изразцов на надвратной церкви Андрея Стратилата, сделанного в 17 веке. С тех пор основной деятельностью мастерской является возрождение и развитие изразцового искусства, воссоздание печных изразцов в храмах, архитектурных памятниках, а также сооружение новых печей. Здесь, в Андреевском монастыре, мы с батюшкой давно уже планировали, были огромные планы собрать эту коллекцию и показать людям, сделать маленький такой свой музей. Так как набралась большая коллекция этих старых изразцов, все это сейчас активно воплощаем в жизнь. Керамика, то, что мы сейчас делаем, базируется на старых изразцах. Кстати говоря, немного изменилось по технологии изготовления в 18 веке и сейчас. А вот от европейских изразцов наши отличаются. Они имеют более глубокие рельефные углубления. В них разноцветные глазури приобретают еще большую насыщенность, что делает русские изразцы особенно яркими и выразительными. Раньше не было электричества, были печи. Вот сейчас электрические печи. Раньше не было гипса, изразцы формовались в деревянные формы, а сейчас набивка осуществляется в гипс. Собственно говоря, а все остальное – это люди, труд, руки. Сейчас я набиваю форму глиной слой за слоем. Я обрезаю, чтобы выровнять заднюю поверхность изразца. Потом я переверну это все на решетку, чтобы он ровно сох. Внешний короб. Теперь я отделяю замки. Я вот сейчас постепенно раскачиваю замок. Сейчас увидим результат. Проблемно разбираются. Вот есть вот такие вот. Очень сложные. Вот. Это у нас карниз. Вот наш будущий изразец. После обжига в печи заготовка стала твердой и теперь не разрушится от воды. Мы будем расписывать ее цветными глазурями. Сначала распишем синим цветом. Надо работать аккуратно, чтобы один цвет не залезал на другой. Только бы рука не дрогнула. Но вообще удобно. Изразец рельефный, и для каждого цвета имеется свое углубление. Глазурь придаст изразцу еще большую прочность. Но главное, сделает его красивым и нарядным. Глазури, которыми расписывают изразцы, непредсказуемы. Даже опытные гончары не знают, что получится после обжига. Делаешь один цвет, а из печи выходит другой. Делаешь какие-то эксперименты для себя, просто из-за того, что интересно, хочется какого-то творчества. Каждый раз после обжига с нетерпением ждешь того, что выйдет из печки.
Все девочки, которые приходят на покраску, они прыгают, как дети, вокруг печки в ожидании того, что там выйдет. И пока еще нельзя открыть печку, чтобы не нарушить технологический процесс, все равно суют свой нос, сколько было опаленных волос, потому что печка накаленная до красна. А интересно же, хочется посмотреть каждый раз что-то новое. Мы стараемся все это своим детям привить, чтобы было чувство вкуса, стиля, чтобы цвета они понимали. Чтобы новая печка проснулась, дети обзванивают ее колокольчиком, пытаются разбудить. В старину таким образом пробуждали к жизни каждую новую печь. И в простых домах, и в царских хоромах. Этого обычая придерживались в 17 веке и во дворце царя Алексея Михайловича. Воссозданный в Коломенском, он входит в комплекс музея-заповедника. Представьте себе, что дворец, в котором было 270 комнат, ну, скажем, около 3000 окон, большое количество помещений, нужно было обогревать. Как протопить это гигантское сооружение? Система отопления была довольно сложной. Печи гигантские, большие печи кирпичные, находились на первом этаже. А второй этаж, где находились, в общем, покои, предназначенные для проживания, парадные покои, дров не натаскаешься, не наберешь, сажи будет много. И поэтому второй этаж, там, где находились жилые помещения, отапливался с помощью вот такого рода печей. Это, собственно говоря, не печи в прямом смысле, у них нет места для топок. То, что мы называем проводные трубы. Архивные записи указывают на два вида печей, которые были во дворце государя Алексея Михайловича. Прямоугольные и круглые. А по окраске изразцов цининные, то есть многоцветные, и муравленые, то есть зеленые. Но их описаний не сохранилось. Печи, как правило, стоят в углах помещения, потому что они поставлены на эти места согласно сохранившимся планам. А самое главное, что ведь фактически изразцовых печей 17 века сохранилось очень немного. Я могу назвать там 4-5 печей. Все остальные разобраны, они попросту не дожили до нашего времени. И как в сущности выглядела изразцовая печь, сказать трудно. И мы взяли за основу подлинные коломенские изразцы. То есть все, что было найдено во время археологических раскопок на территории Коломенского. Чем хорош дворец, мы наконец-то видим архитектуру печи, мы видим место печи в интерьере, мы видим, что это доминанта, да еще если и теплая, представьте себе, да еще в нашем климате. Вот он, центр древнерусского интерьера. Таких печей, какие мы встречали на протяжении нашей истории, мы не видим в истории других государств. Роскошные печи царского дворца в Коломенском – кладезь оригинальных идей и для печников, и для керамистов. Для меня печка, когда я с ней работаю, ну, это тяжело всегда. Что все время думаешь, все время подбираешь что-то. Ждешь как бы конечного результата от себя уже. Как ты ее соберешь? Понравится, не понравится человеку? Когда видишь радость людей, которые принимают мою работу, чувствуешь их радость как бы на себе. В каждую детальку вложена душа, что просто это передается прямо вот, когда она готовая стоит, и ты видишь, что это не магазинная вещь, это сделано просто из глубины души у человека. Художники лепили, рисовали, обжигали. Монтировали. В общем, ну, невозможно это просто так посмотреть на какую-то керамическую вещь. Она просто сияет теплом. И когда уже печь стоит, уже расставаться с этим тяжело, потому что все-таки частица души вложена, порой слезы наворачиваются. И не только у меня одного, а вообще у нашей большой дружной компании. Сделанная печь, она остается на многие годы. И если встречаешь заказчика, которому делал 5-7 лет назад, и он смотрит с улыбкой, и как будто бы уже родственника там чуть ли не обниматься, это приятно. Ради этого стоит заниматься, это делать, и это здорово. Хороши новомодные печи.
а простая деревенская печка – сама душа. За свою историю печка многократно совершенствовалась, по-разному украшалась. Одно не менялось и не меняется до сих пор. Люди все время стараются задобрить домового, который за ней живет. Поверье? Конечно же. Только многие, как носили за печку хлеб, намазанный сметаной, так и носят. Так что, если вы хотите задобрить домового, который живет у вас за печкой, сделайте два вот таких вот бутерброда со сметаной и положите их за печь. А что? Где печка, там и сказка.